Москва, 10:02 часа дня. Вы смотрите новости на 7 канале. И в студии с вами Галина Выговская. Добрый день. Исполнили гимн Украины, возложили цветы, а военнослужащие и моряки промаршировали возле памятника Тарасу Шевченко. Все в рамках празднования Дня Конституции Украины. К торжествам также присоединилось руководство Одессы, представители различных политических сил, руководитель аппарата Одесской АГА и не только. Ежегодно 28 июня Украина празднует день принятия самого важного документа – Конституции. Это основной закон нашего государства. Процесс его подготовки затянулся на 6 лет. За это время успели предложить 15 проектов Конституции. Больше интересных подробностей далее в сюжете. День Конституции Украины – это единственный государственный праздник, закрепленный в самой Конституции. Цей день саме підкреслює, і те, що він є святом, саме підкреслює особливий статус Конституції серед інших нормативно-правових актів, що він є саме основним законом держави, він регулює найбільше основи, найбільш значущі сторони життя кожного громадянина України. В ньому зазначені права і свободи особи, основи конституційного ладу України, тобто всі найбільш важливі аспекти української держави. Процесс подготовки Конституции Украины затянулся на 6 лет, с 1990 года по 1996. В первую очередь самым важным является признание всех тех принципов прав и свобод человека, той основы государственности, которая есть у Украины. И вот это, наверное, частично символическое, да, не столько юридическое, сколько символическое значение для государственного строительства Украины, для создания, в принципе, нового независимого государства Украины. За время подготовки Конституции предлагали 15 проектов. Если бы приняли редакцию Конгресса украинских националистов, Крым бы не стал автономной республикой, а был 25-й областью Украины. Це є одним з документів, що перш за все зазначає те, що Україна є саме незалежною державою. Вона є демократичною, вона є соціальною, в якому кожна людина є найвищою соціальною цінністю. Проект Конституции писала специально созданная временная комиссия в течение 3 месяцев с 9 утра до 10 вечера. При принятии главного документа страны на голосование выносился каждый пункт. Значущість цього дня дуже важко переоцінити, тому що це є основним законом держави і він є актом підвищеної стабільності. Тобто, якщо ви знаєте, внесення змін до нього проводиться конституційною більшістю голосів, тобто 2/3 депутатів. В Конституцію України внесли 6 змінень. Процедура изменения Конституции является достаточно длительным и сложным процессом. И, наверное, в таком государстве, как Украина, пока на сегодняшний момент есть, то есть без еще долгой демократической политической культуры в государстве, такая жесткость для изменений – это серьезный и важный момент. Украина стала последней страной бывшего Советского Союза, которая приняла Конституцию после оглашения независимости. Для нас это фактически азбука, если хотим, да, или там вот таблица умножения, как была бы для математика. Вот таким образом и Конституция является той основой для всей остальной законодательной базы в стране, ну и, соответственно, для государственного строительства. Международное сообщество одобрило Конституцию Украины, назвав ее одной из самых демократичных в мире. Кристина Немченко, Алексей Филиппов, Юлия Федорова, Андрей Кульба, 7 канал. В регионах Украины пока не очень активно ремонтируют дороги. Многие области не израсходовали треть тех средств, которые передали местным властям в рамках дорожной децентрализации. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры. Напомню, в 2018 году в бюджет областных дорог заложено более 11 миллиардов гривен. О лидерах и аутсайдерах в инфографике далее.
Лидер по освоению средств на дорожные ремонты – Киев. Там освоили порядка 69% финансирования. Следом идет Ивано-Франковская область – 65%, Хмельницкая – 54%, четвертое место делят Черновицкая и Винницкая области – 47%. А Одесской области удалось задействовать 38% дорожного бюджета. Все остальные регионы не смогли израсходовать и половины средств, которые поступают для них в дорожный фонд. Так, Полтавская область использовала лишь 13% этих денег. Луганская – 12%, Ровенская – 11%, Херсонская и Николаевская – 8%, а абсолютным аутсайдером является Черкасская область – 0%. Мониторинг и контроль государственной границы на воде и на суше. Отделение погранслужбы «Приморская» ведет круглосуточное наблюдение за линией побережья и морской территории. Как охраняют приграничную зону, расскажет Александр Кац. Начинается все с построения, определения задач и распределения по дежурствам. Отдел погранслужбы «Приморская» охраняет госграницу вдоль побережья протяжностью более 20 километров и по морской территории радиусом в 25 километров. Основные методы охраны державного кордону здійснюються висилкою прикордонних нарядів, прикордонний патруль, який здійснює моніторинг берегової смуги Чорного моря, також здійснює контроль за дотриманням прикордонного режиму мешканцями прикордоння в контрольованому прикордонному районі. Також прикордонним нарядом посттехнічного спостереження, які за допомогою технічних засобів з охорони державного кордону здійснює висилкою надводной обстановки и мониторного повітряного простору. Более детально о техническом оснащении пограничников в патрулировании и наблюдении смотрите в итогах недели с Еленой Крылатовой в субботу в 20:00. Александр Кац, Игорь Казанжи, 7 канал. И пока это вся информация. Больше новостей смотрите в следующем выпуске в 16:00. Далее эфир 7 канала продолжит моя коллега Татьяна Милимко. Будет интересно. Оставайтесь с нами.